и там, твердо стоит на ногах и понимает, что он говорит и зачем, то к вам обязательно прислушиваться. Это работает. Это, более того, это самый надежный способ говорить и распространять информацию. Ну вот, наверное, моя вводная. Я что-то сказал из того, что обычно говорю. Я что-то сказал из того, что обычно говорит Алексей. Что-то попытался сказать вам нового. И я готов ответить на любые ваши вопросы. И Павел тоже готов ответить на любые вопросы про Воронежский штаб конкретно. Когда программа будет полная, опубликована? Спасибо. Хороший вопрос. Теоретическая часть заключается в следующем, что человеческое сознание так устроено, что когда ты пишешь программу из 30 пунктов, и человек с ней согласен по 29 пунктам, и не согласен по 30-му, он забывает про те 29 и говорит, вот здесь написано такое, я с ним на одном поле рядом, значит, не сяду, и вообще все, прощай. Невозможно написать программу, которая понравится док-хантерам и защитникам, ты потеряешь либо тех, либо других, да? Поэтому большой секрет, ну, секрет Полишинеля, конечно, заключается в том, что слишком детальные программы на самом деле вредны, их никто не читает, но те, кто читают, находят в них повод не согласиться и, значит, сказать, что нет, это ужасно, я за ним не подпишусь. Но, конечно, программа нужна. И, несмотря на это, мы, конечно, будем ее дорабатывать и развивать. Несмотря на это, мы будем глубже уходить и в экономическое, и в политическое содержание. У компании есть определенная драматургия, и мы выпустим, я думаю, более подробную версию наших текстов летом, и еще более подробно осенью, еще более подробно ближе к выборам. Постараюсь ответить на все вопросы, но вас я прошу читать, искать те пункты, с которыми вы согласны, а не те, с которыми вы не согласны. И также агитировать, окей, вот сейчас у нас есть 6 базовых тезисов, и, возможно, кто-то там из тех, с кем вы будете разговаривать, будет не очень согласен там с двумя из них. Ну, давайте ставить акцент на те 4 оставшихся, с которыми он все же будет согласен. Пожалуйста. Здрасте. У меня такой вопрос. Вот, как всем известно, система сдержек и противовесов в России не работает во власти. То есть, ну, она работает, но они не противодействуют друг другу, они друг друга покрывают. Вот, я хотел спросить, какие у вас будут конкретные действия в вашей политической программе, то есть в программе Алексея, чтобы это разделение появилось и оно работало? Ну, базовая штука для системы сдержек и противовесов это... Есть вот эта судебная реформа, да. Алексей. Базовая штука для сдержек и противовесов – судебная реформа. И Алексей каждый раз говорит, что там, первоочередная штука, то есть там, если спросить 3 первых закона, которые будет проводить президент Навальный, или там 3 первые указа, которые подпишет президент Навальный, это освобождение политзаключенных, это наказание за незаконное обогащение, да, то есть как бы реальный мир в борьбе с коррупцией, и это судебная реформа, потому что независимый суд — это основа всего. Сейчас ты не можешь подать в суд на губернатора, ты не можешь выиграть суд у губернатора или у мэра, или там тем более у какого-нибудь там Медведева, да, или там у депутата, у министра, у чиновника и так далее, длинный список. А отсутствие независимого суда приводит страшным проблемам в экономике, да, потому что независимый суд — это базовая штука для инвестиционной привлекательности. Никто не будет вкладывать никакие деньги, если любую собственность можно незаконно отжать, да, что у нас происходит сплошь и рядом. А независимый суд лежит в основе честных выборов, свободы слова, митингов и всего чего угодно, да, потому что мы знаем, как сейчас суды идут после выборов, митингов или там журналистских расследований, и как они на самом деле должны идти. Как добиться независимого суда? На эту тему как раз мы писали очень подробную. У Володи Ашуркова, он занимается детально этой темой, была очень подробная статья, найдите у него на Фейсбуке, но мы это еще на сайте тоже выложим. Там есть несколько конкретных мер, среди которых, конечно, это избавление судей от вертикали судебной власти. Потому что судья теоретически сейчас независим. Как бы каждого судью назначает лично президент, и он как бы никому не подотчетен. Но по факту есть диктат председателя суда, который распределяет дела, который может нагрузить какими-то задачами там, перспективными, или отправить его, грубо говоря, там, чистить картошку, значит, там, разбирать какие-то там мелкую хулиганку до бесконечности и так далее, и так далее, и так далее. Судьи полностью зависимы от председателя судов, и, соответственно, поэтому на этом основано, ну, телефонное право. Да? Мы вообще за выборность, по крайней мере,
на низовом уровне там, мировых судей и за реальную независимость судей от председателей. Для этого всего лишь надо председателю судов, ну, грубо говоря, заменить электронной системой, которая будет случайным образом дела распределять. Это уже будет огромным шагом. И второе, конечно, там много довольно мер, конкретных уже шагов по реформе судебной системы, по приданию независимости. Но вторая важная штука – это карантин для помощников и секретарей. Потому что сейчас все выглядит так. Есть секретарь суда, это там девочки или мальчик, которые в 20 лет, еще там на третьем, на четвертом курсе, начинают работать судьей-секретарем. Это зачитывается в юридический стаж, необходимый для получения звания судьи. И через 5 лет юридического стажа это человек, который ничего не видел в жизни, кроме писания протоколов судебных заседаний, там, собрав какие-то деньги, занеся какую-то взятку, становится федеральным судьей. И все. И как бы и привет, и поехали. Мы считаем, что человек, если он работал уже в судебной системе или в прокуратуре, то сейчас 90% судей — это бывшие помощники и секретари. Мы считаем, что если человек работал там в судебной системе, в прокурорской системе, в следствии, то чтобы стать судьей, он должен пройти через там 3-5-летний карантин работы или в адвокатуре, или в академическом каком-то институте, там, не знаю, попредавать право, посмотреть на систему с разных сторон. Там есть еще конкретные меры, я все на память не помню, но у нас это довольно подробно расписано. Здравствуйте. Ну, я не знаю, как спросить, так поаккуратнее. Ну, известно же, что те, кто сейчас вот у власти, они для того, чтобы сохранить, ну и для того, чтобы получить вот эта группа, она готова идти на радикальные меры иногда. Вот. А уж если они ее потеряют, то на какие меры они пойдут, чтобы ее вернуть? Я имею в виду, ну, вы понимаете, о ком я. Это вопрос, который в той или иной форме задают всегда. И это понятный и правильный тоже вопрос. Я повторю, значит, вот те люди, которые сейчас у власти, они же готовы на все, они не хотят потерять то, что у них есть, а если потеряют, то вот бороться за возвращение этой власти. Самое что страшное, что радикальными средствами. Радикальными средствами. Что с этим сделать? Что, чтобы не было, не знаю, там, гражданской войны. Первая часть этого вопроса очень резонна. У этих людей есть все. Они поэтому, скажем, там дико не любят выборы. Потому что у тебя уже есть все, а тебя заставляют снова там, делать какую-то ставку, подвергать себя, пусть чему минимальному, но какому-то риску. Почему эти формальности? Да, зачем все это надо? Да? То есть у них не может быть больше власти, больше денег. У них есть вся власть в этой стране и все деньги в этой стране. Да? То есть, как бы, куда еще? Вот, поэтому они не любят выборы, не любят там митинги, не любят какую-то такую штуку. И да, конечно, они готовы идти очень далеко, чтобы все это удержать. Ну, то есть мы приходим и говорим, там, Медведев, отдай 70 миллиардов свои, мы там, не знаю, их вернем в бюджет, а здание используем, под, не знаю, детский онкоцентр. А он, что он говорит? Да, берите, пожалуйста. Нет, конечно, он, конечно, не будет так говорить. И понятно, что они до известной степени готовы цепляться за власть. И трансформация власти в таких режимах, в разных странах, в историческом периоде проходило очень по-разному. Некоторые такие режимы, типа там, Пиночета в Чили, уходили там бескровно и беспроблемно. Там режим Януковича, довольно похожий, ушел с гораздо большими проблемами, ну, там, в том числе из-за российского вмешательства, безусловно. Если бы его не было, то этих проблем было бы гораздо меньше. А какие-то режимы уходят вообще там с гражданской войной и так далее. Мы должны делать все для того, чтобы гражданской войны не было, для того, чтобы трансформация, которая неизбежно будет, потому что все такие режимы заканчиваются, и трансформация все равно будет, чтобы она настала как можно раньше, и чтобы она была как можно более мягкой. Что для этого надо делать? Ну, скажем, вот одна из штук, за которые нас часто критикуют, то, что Алексей там в каком-то интервью сказал, а потом несколько раз повторил, если будет надо, я дам Путину гарантии там личной безопасности. Ну вот, например, то есть мы готовы, там, мы всегда говорим, мы готовы садиться там, за стол переговоров. Типа, чувак, там, окей, давай не все, давай мы тебя оставим дворец в Геленджике и сиди там как бы. А они вас в свою схему вовлекут. Нет, это важно. То есть если это надо, чтобы там предотвратить кровопролитие, чтобы не было каких-то более серьезных проблем, то да. Второе, конечно, надо апеллировать к нынешним элитам и говорить с ними.
И в этом смысле у меня есть хорошие новости. Вот вторая часть вашего вопроса, я считаю ее, ну, как сказать, нерелевантной. То есть такого риска нет. Мы получили сейчас от разных людей, которые собираются, которые претендуют на те или иные должности в наших штабах, около 2500 резюме. И самая большая, так сказать, страта, самый большой слой из них, наверное, 600, наверное, резюме, наверное, четверть, это действующие бывшие сотрудники правоохранительных органов. То есть я работаю, человек пишет, я работаю в милиции, в прокуратуре, да, в Следственном комитете. Я все это вижу изнутри, меня все это задолбало, я вижу, что это никуда не ведет, там палочная система, показуха, нарушение всех возможных прав, я хочу к вам. Там, пока я там сидел в спецприемнике, ездил на суды, я общался там, с диким количеством сотрудников полиции, никогда в жизни с кем не общался, я среди них не нашел там ни одного сторонника режима. В армии там тем более такая ситуация. То есть там, это тысячи, десятки, сотни тысяч людей с огромной фигой в кармане. И когда придет время, они эту фигу достанут и радостно покажут. То есть никакого там, вот там, что какие-то силовики, значит, там вступятся нам за Путина и начнется гражданская война, такого риска нет. Это подтверждается, не знаю, там, объективными социологическими исследованиями. Это реальное состояние умов и настроений, там, в том числе в силовых структурах. Их реально некому защищать. То есть это реально там, не знаю, 100 семей, там Путин, его какие-то близкие друзья и так далее, которые являются там бенефициарами этого режима, но они там крали так много, что других бенефициаров-то нет. Там зарплата 40 тысяч рублей, очень маленькая по московским меркам. Езжу на метро, да еще и никакого уважения, потому что уже никто тебя больше не считает там дядей Степой милиционером, а все говорят там, мент позорный и плюют вслед. А типа, и зачем мне это надо? Ну то есть это абсолютно там типичная ситуация сейчас. Пожалуйста. Вы сказали про спецслужбы, про полицию. А что делать с другой, так скажем, проблемой? Мы будем агитировать реальных людей, но вбросы, учителя, госслужащие, которые будут производить вбросы нереальных голосов, которых нет. Как мы собираемся с этим бороться? И это большая проблема в том, что... Может привести много людей, но они могут вбросить еще больше. Как бороться со вбросами и что делать с фальсификацией? Это большая проблема, и поэтому мы уже сейчас, никогда так раньше не было, мы за год до выборов говорим про подготовку наблюдателей, планируем подготовку наблюдателей, но не только наблюдателей, когда Алексей будет кандидатом, то он получит право делегировать членов комиссии, членов ТИКов с правом решающего голоса, членов участковых комиссий. Но эта проблема, конечно, есть. В Воронежской области, к сожалению, в существенно большей степени, чем во многих других регионах. Воронежская область — это один из тех регионов, который, к сожалению, за последние годы проделал такой путь, ну, там, мордовизации, да, когда в нормальном регионе, где когда-то выборы проходили там честно и нормально, вдруг начинают все рисовать и совершенно по-черному. Такая проблема есть. Ну, первое, значит, подготовка серьезных наблюдателей и членов комиссии уже сейчас. Второе, ну, фиксация того результата, который есть на самом деле. То есть, опять же, через это проходили многие страны, когда реально побеждает один кандидат, власть рисует победу своему кандидату, люди выходят на улицу и отстаивают свои голоса и тот результат, который вынул на самом деле. Это демократический процесс, это часть демократического процесса. Через это, извиняюсь, Гамбия прошла успешно. Ну, значит, должно и у нас получиться. Затронули уже тему после выборной ситуации. Говорили о судебной реформе. Что делать с местным самоуправлением, местной бюрократией, которая сидит, которая включена в эту программную систему? Как бы ни говорил Владимир Ильич, каждый кухарь может государством управлять. Это, на мой взгляд, не очень хорошо. А что делать с местным самоуправлением и более широко, типа, где взять новых чиновников, я так понимаю? Значит, хороший вопрос. Я далек от мысли о том, ну и насколько я знаю, Алексей со мной согласен, что надо менять прямо всех чиновников. То есть нам надо там заменить, там, не знаю, там, 500 тысяч человек. Ну, во-первых, столько чиновников не надо, сколько сейчас. Но во-вторых, опять же, там, по опыту, ну, вот я был там муниципальным депутатом в Екатеринбурге, да, много лет общался там со всеми вице-мэрами, начальниками департаментов, ну, вот в таком же городе-миллионнике, как Воронеж, примерно, очень сравнил. Но нет людей, которые больше там ненавидят, опять же, там, федеральную власть, Кремль и так далее, чем чиновники среднего звена
в муниципалитетах. Потому что это те люди, в которых вертикаль власти упирается наиболее полно. То есть их долбит и Кремль, администрация президента, полпредства, губернатор, замгубернаторов, все силовики и так далее, и так далее, и так далее. Там как-то у нас мэрия Екатеринбурга как-то с гордостью рассказывала, что у них было за год 5600 проверок, обысков, выемок документов и так далее, и так далее. Ну реально, то есть местное самоуправление базовое, оно в наибольшей степени лишено прав, из него высасывают все деньги и продолжают выкачивать, потому что больше некуда, и при этом дают, ставят перед ними все больше и больше задач, да, то есть ты должен и дороги содержать, и улицы чистить, и школы, и больницы, при этом денег все меньше, муниципальные бюджеты все меньше, наказания все строже, потому что сделать это уже нельзя, поэтому туда все чаще и чаще приходят проверки и всех долбят и так далее. Но внутри этой системы людей, которые могут и готовы работать в нормальных условиях, их по-прежнему достаточно много. Ну, в разных городах, наверное, по-разному, там зависит от клановости, зависит там еще чего-то, но в целом они есть. И многие из этих людей, будучи поставлены в нормальные условия, они будут нормально работать. Вертикаль власти, там, чем проблематично, почему очень важный вот один из наших шести базовых тезисов, да, это децентрализация и распределение полномочий. Почему мы говорим, что деньги и полномочия должны уйти в регионы и, в первую очередь, в муниципалитеты. И люди должны там, иметь возможность решать проблемы на местном уровне. Потому что вот построенный сейчас вертикаль власти, это вот история про то, как рыба гнила, гнила и сгнила с головы. Да, когда там каждое коррупционное действие, каждое какое-нибудь там разрешение на строительство, за которое заносят там, в местную администрацию, оно в итоге превращается в какой-то денежный ручеек, который идет до самого верха, потому что там начальник отдела мэрии заносит вице-мэру, а тот из этого кусочка отдает мэру, тот из этого кусочка отдает губернатору, тот отдает министерству ЖКХ, ну и дальше уже это превращается в какой-нибудь очередной там Медведевский дворец, путинскую яхту или что-то еще такое. То есть если бы это можно было там радиоактивные меточки пометить, да, как там при каких-то анализах или исследованиях делают, мы бы увидели, как вот это вот протягивается ниточка до самого верха. Но это также и значит, что это можно вверху обрезать. То есть там чиновник, который ворует на местном уровне, потому что все воруют, он делает это в том числе, потому что чувствует абсолютно свою безнаказанность. Сам тот факт, что он заносит наверх, обозначает, что он рассчитывает, что тот вышестоящий, которому он заносит, будет для него крышей и так далее. Вот эта система построена сверху донизу, ее сверху донизу также можно менять, создавая правильные стимулы. То есть, грубо говоря, там президент, который не берет взятки и не заинтересован в личном обогащении, может сделать таковыми там своих министров и губернаторов, а те могут сделать своих мэров там, и вице-мэров и так далее, и так далее. Это постепенный процесс, но даже в достаточно больших странах он там занимал, не знаю, там 2-3 года. Это, в принципе, ну, то есть там несколько осадок, несколько серьезных настоящих уголовных дел. И, в общем-то, люди там начинают понимать, и потом те люди, которые хотят работать по-старому, ну, просто уходят из этой всей системы, а те, которые готовы работать в новых условиях, готовы работать честно, они остаются. Вопрос к системе образования. Какие реформы в ней будут? Что будет с ЕГЭ? И какая будет процедура поступления в школу? Думаю, отвечать мне на этот вопрос или нет? Ну, то есть я не кандидат в президенты, я начальник штаба, да? У кандидата в президенты должен быть ответ на любой вопрос. У меня должен быть ответ на любой вопрос о компании, о том, как она устроена. Но я попробую. Я попробую. А если вам понравится мой ответ, то вы спросите снова Алексея, когда он приедет в Воронеж в следующий раз, да? А это обязательно будет, я думаю, еще не раз. В целом, система ЕГЭ, то есть система равного доступа там, к бюджетным местам на конкурсной основе, является скорее разумной, ну или так скажем, там, наименьшим злом, как демократия примерно, да? То есть там ужасная система, все остальные еще хуже. Но в российских реалиях, как и очень многое в российских реалиях, она оборачивается большим злом, а не меньше. Из-за чего? Из-за коррупции. Потому что если вы посмотрите, где самый высокий средний балл по ЕГЭ, то он в Дагестане самый высокий средний балл по ЕГЭ. И не потому, что дагестанские школьники самые умные и лучшие, а потому что коррупция. И поскольку ЕГЭ это федеральная система,
то как только она не работает из-за коррупции в одном регионе, она перестает работать уже во всей стране. И дальше уже начинается, вузы начинают выкручиваться, уже делать какие-то отступления от ЕГЭ, там в МГУ ты уже по результатам ЕГЭ так просто не поступишь, все равно там начинаются какие-то свои дополнительные еще там собеседования и так далее. И в итоге система, которая была предназначена для того, чтобы создать равные возможности и дать школьнику там из любого там села, города, маленького города, большого, если он действительно хороший и крутой, поступить в любой вуз по своим интересам и способностям, теряет всяческий смысл. Идея не такая плохая, ее имплементация в России провальная, провальная из-за коррупции. И да, нас опять же за это часто ругают, что мы любую проблему страны сводим с коррупцией. Но это, черт возьми, так оно и есть. Поэтому чего ж тут скажешь? Можно? Такой вопрос. А если, допустим, при агитации возникнут проблемы, там, Да. Значит, в каждом штабе, даже в самом маленьком городе, у нас есть по крайней мере один юрист. И будут какие-то еще юристы, адвокаты, волонтеры помогать. Задержание, штраф, все это мы будем помогать, отсуживать и так далее. Если вы попадете в спецприемник, то вы выспитесь, прочитайте много хороших книжек, вам будут все писать нежные открытки и приносить воду, шоколадки и какие-то другие вещи. И, в общем... И кормят там, кстати, вполне прилично. Ну, это в Москве. Короче говоря, риски есть. Я не буду врать и не буду говорить, что там, пожалуйста, вперед агитируйте, там никаких рисков нет. Но риски минимизируются количеством. Чем нас больше, тем индивидуальные риски меньше. Да, сделать что-то нехорошее для 70 тысяч волонтеров гораздо сложнее, чем сделать там что-то нехорошее для 700 волонтеров. А если там будет 300 тысяч волонтеров, то индивидуальные риски каждого от участия в кампании будут сильно меньше, чем риск там, не знаю, погибнуть в результате ДТП на наших разбитых дорогах. Это первое. Второе, мы окажем всю необходимую помощь. Такой вопрос. Ваша позиция по вооруженным силам, военно-промышленному комплексу и ядерному оружию? И я опять задумываюсь, так сказать, должен ли я пытаться изображать себя экспертом по всем вопросам или сказать, что вот Алексей приедет и ответит. Если очень кратко, во-первых, мы за контрактную армию, это важно и принципиально, мы за профессиональную армию, да, то есть система призыва, опять же, не работает. Система призыва в коррупционной стороне превращается в налог на бедность. Она превращается в то, что, ну, служат те, кто не смог откупиться. Вот, то есть не служат в Москве, да, потому что там как бы есть деньги, а чем меньше населенный пункт, тем больше оттуда людей идет служить. А система призыва не должна быть налогом на бедность. Россия может себе позволить контрактную армию, если будет меньше, если на армии будут меньше воровать. А ядерное оружие, я не вижу в нем ничего плохого, мне кажется, что оно России необходимо, нам нужны силы сдерживания, нам нужен паритет. Уважение к России как международной державе будет проистекать, конечно же, не от бряцания оружия, не от того, что наши ракеты как-то красиво, обогнув там гору Арарат, из Каспийского моря долетели до какого-то сирийского города, а из-за российского богатства. У нас сейчас Россия — это 1.5% мирового ВВП, и конкурировать с всем остальным миром, когда у тебя 1.5% мирового ВВП, это по меньшей мере смешно, а вообще-то на самом деле очень глупо. Россия будет там сильной, уважаемой всеми военной державой, торговым партнером, деловым партнером, кем угодно, когда она будет богаче. Когда это будет там, не 1.5% мирового ВВП, а 5%. И она будет в 3 раза более уважаемой, в 3 раза более сильной. Военная сила России в том, чтобы в Воронеже были дороги не в ямах, и чтобы тут были трамваи. У меня получается вопрос такой. Сейчас у нас государство наше занимается очень много какой-то внешней политикой. То есть войны в Сирии, то есть еще какие-то возможные конфликты. Какой вообще путь внешнеполитический будет у Алексея? Ну вот, в продолжение предыдущего ответа, и это там часто задаваемый вопрос, на который Алексей тоже часто отвечает, я тут процитирую почти дословно. Сначала, и это у нас опять же написано в одном из 6 базовых тезисов, сначала дороги Пальмира и Алеппо. Очевидно, что сейчас для российских властей Пальмира и Донецк ближе, чем Воронеж и Борисоглебск, а должно быть наоборот. Вот и все. То есть тут просто вопрос правильной расстановки приоритетов. То есть
Адмирал Кузнецов сплавал туда-обратно за 7,5 миллиардов рублей и два самолета. Бюджет Воронежа 15 миллиардов рублей. Это, то есть 15 миллиардов рублей — это два плавания адмирала Кузнецова. Это миллионный город, это все зарплаты учителей и врачей, все расходы на содержание всех муниципальных учреждений, культура, детские и дошкольные заведения, музыкальные школы, спорт, безопасность, ЖКХ, дороги. Вот все они черным дымом через трубу адмирала Кузнецова улетели. Ну, камон, так просто быть не должно. Это очевидный бред. Вот и все. А какие вы поправки вы внесли в Конституцию? Или что вы внесли в Конституцию? Какие бы поправки вы внесли в Конституцию? Широкий вопрос. Можно час говорить на эту тему. Но базово, Конституция 93-го года не является для нас святыней, на которую мы молимся. Это плохая Конституция. Это ущербная Конституция. Это Конституция, которая, как показала история, оказалась не способна защитить себя саму. Которая, оказалось, можно вертеть как угодно. Вроде по ней любые митинги разрешены, а их можно разгонять. Вроде по ней суды независимы, а вот уже все судьи назначаются там президентом и слова не могут пихнуть. Вроде по ней свобода слова, а в стране тотальная цензура. То по ней президент избирается на 4 года, то на 6. То губернаторы выбираются, то назначаются. И все это как бы в рамках Конституции. Конституция 93-го года позволила президенту сконцентрировать неограниченные полномочия и перейти, по сути дела, к абсолютной монархии. Позволила творится всему тому, что творится сейчас, значит, она не содержала в себе достаточных механизмов для защиты себя самой. Поэтому глобально, отвечая на этот вопрос, речь идет не о поправках Конституции, а, безусловно, о Конституционном собрании. Ее кардинальном пересмотре должны быть существенно урезаны полномочия президента, должна быть существенно более развитая система сдержек и противовесов в нее заложена, и должны быть заложены механизмы защиты тех замечательных деклараций, которые в ней содержатся, но сейчас остаются только словами. А вы про это вскользь упомянули, а будет ли еще расследование? Да. А там будет установлено на букву П? Законы, которые принимали 17 лет, их они будут пересматриваться и отменяться. У нас есть такой замечательный проект «Санация права». Там есть общественный совет из уважаемых людей и юристов, которые рассматривают всю вот эту продукцию бешеного принтера. Я не знаю, как они, ну то есть, какое количество рвотных пакетиков при этом они потребляют. Это очень тяжелая и неприятная работа, но люди методично проходят эти законы один за другим, находят в них там нарушения и основания, почему они должны быть отменены, и составляют реестр законов, подлежащих отмене. И это важная, тяжелая, неприятная работа, которую мы ведем уже сейчас и будем заниматься после нашей победы. Абсолютно. А для селфи же не надо говорить, так что все вообще хорошо. Я, на самом деле, я понимаю, что я вызываю к себе какую-то жалость. Я, на самом деле, себя отлично чувствую. Я готов тут еще 3 часа плевать, плясать. Просто у меня, блин, реально просто порвался. Как известно, более 600 человек обратились для того, чтобы в дальнейшем подавать жалобу в ЕСПЧ. Да? А у вас сейчас подход такой, что как бы проиграл суд, подал в апелляцию, там тоже проиграл, пошел в ЕСПЧ как кассация, и в результате, ну там, получил какую-то денежную компенсацию. Это единственный подход, который у вас сейчас есть. По 26 марта по задержаниям. Ну, по любым задержаниям, которые в дальнейшем будут, и, скорее всего, их будет еще больше. Это правильный подход. То есть это единственный подход, что вот спустя год люди получат компенсацию за то, что они какое-то время сидели. И у нас больше нет никаких других вариантов. У нас нет других реальных возможностей. Мы сами сидим. Ну, то есть это, ну, тоже мы врать-то не хотим. То есть в российском правом поле ты сейчас правды не добьешься. Извините, вот вы Я как основатель общества защиты интернета хочу сказать, что в прекрасной России будущего интернет будет свободным, Роскомнадзора не будет, то есть не он будет реформирован, он просто не будет. Интернет продолжит. Больше ФСР. И интернет продолжит жить там по заветам Тима Бернерса-Ли и там консорциума ETF. Как свободная, саморегулируемая среда, как он прекрасно живет и должен жить. Вот и все.
какие еще инновационные мероприятия вы планируете проводить помимо раздачи листовок, например? Здесь мы штабам даем достаточно большую свободу, и штабы будут проводить. То есть у нас там Уфа все время делает какие-то круглые столы, Питер все время делает какие-то кинопоказы, Самара что-то еще придумывает там. То есть исходя из ресурса, исходя из волонтеров, исходя из того, кому что хочется делать, приходите в штаб, предлагайте, обсуждайте, придумывайте свои форматы. То есть мы в этом смысле там достаточно демократичная структура. А у штаба есть бюджет какой-то? У штаба есть бюджет какой-то. Какой? Небольшой. У меня вопрос по организации, да, люди собрались, все прекрасно, но единственный момент, вот был слабый звук, да, еще есть некоторые моменты по организации, у меня вопрос, собираетесь ли вы как-то структурированно, потому что здесь непрофессиональные политики, организовывать ту же самую организацию, те же самые работы, потому что люди, они из моего личного опыта просто говорят, что мы не верим Навальному, да, то есть... Поскольку вопрос про местную, как бы вот, вообще тема, поэтому сам расскажу. Да, на митинге 26 числа у нас была проблема со звуком, проблема была серьезная, и все на самом деле очень просто. Получалось, что слышали буквально первые 3-5 рядов, а остальные люди, которые стояли, например, у жарпицы, они уже ничего не слышали. Эта проблема была, собственно, грубо говоря, потому что штаб здесь еще не был открыт. То есть мы не могли это организовать так, как нам это хотелось бы. Мы бы это организовали гораздо лучше, и, естественно, когда будут какие-то следующие мероприятия, этой организацией будем заниматься уже мы непосредственно, поэтому мы это все сделаем так, как надо. В целом, ну, сейчас я продолжу. У нас сейчас собрано что-то типа 36 миллионов рублей на компанию. Это совсем немного. То есть на 77 штабов это чуть-чуть. Мы, я бы сказал, там... Идем, ну мы не отстаем от желаемого графика сбора денег, но и не опережаем его, идем так тютелька в тютельку. Поэтому все ресурсы, которые есть, мы приоритетно направляем на задачи компании. То есть вот там агитация, наблюдение, подписи, все остальное по остаточному принципу. Это ну просто потому что опять же надо эффективно управлять этими ресурсами, расставлять приоритеты. Да, еще. Да, еще. Я просто больше не на материальном аспекте, да, хотел акцентировать, а на каком-то обучении, да, чтобы мы же с людьми работаем. То есть вот еще этот вопрос. А вот этого будет дофига. Будут семинары здесь, будут вебинары, будут какие-то материалы, типа там ответы на часто задаваемые вопросы, работа с возражениями, вся фигня, в общем, там, если кто хочет. То есть многие люди после избирательной кампании находят себя в активных продажах только так. Так, у меня вопрос по поводу Левада-центра. Вначале говорили об этом. Ага. Вот, еще получается, не так давно тоже проводился ими опрос, и они, проанализировав, сделали сколько там, 7 или 8%, то, что ну, Алексей наберет на выборах на своих. Вот, не кажется ли вам то, что победа реально более в 2024 году, когда уже не будет, то есть Путина фигура, которая как бы никем нельзя ее трогать, так сказать? Это резонный вопрос в том смысле, что мы не рассматриваем кампанию 2018 года как Конечно. Последнюю надежду. Борьба за правду – это длящийся процесс. Пиночет, опять же, проиграл совершенно неожиданно. В какой-то вот там, он много-много раз проводил референдумы о продлении своих полномочий, потом вдруг взял и проиграл. А Роберт Мугабе, он, ему 94 года, но он, видимо, опять переизберется. В Индонезии была своя история, в Португалии своя. Все тоталитарные режимы несчастны одинаково, но падают по-разному. И мы руководствуемся, безусловно, принципом «делай, что должно, будь, что будет». Да, не исключено, что в 2018 году мы не победим. Но мы сделаем все, что можем, чтобы нам не было себя в чем упрекнуть. И, безусловно, для нас это ну, там, ничего не изменит, потому что мы знаем, что мы правы. Мы знаем, что мы делаем правильную, если угодно, морально правильную вещь. Как бы наши позиции там не изменятся в зависимости от того или иного сценария. Мы будем продолжать отстаивать эти позиции и победим неизбежно, потому что историческая правда на нашей стороне. Мы прекрасно знаем, что все такие лайтово-фашистские режимы типа сегодняшнего российского, их было очень много, десятки в Африке, в Латинской Америке, в Южной Европе, они все заканчивали свое существование
они не передаются по наследству. То есть это известный факт. Чтобы передавать по наследству, надо устроить там настоящую фигню. Ну, то есть, вот, типа, надо, как Кима в Северной Корее, реально там всех там голодом заморить. Вот такие режимы передаются по наследству. Режимы типа там Салазара, Франка, Пиночета, Сукарно не передаются. Это как бы там политологический факт. Я не специалист, но это просто вот факт. Поэтому мы там дотерпим и победим. Но в наших интересах, возвращаясь к вопросу, который был отсюда, сделать так, чтобы это было раньше, чем позже. И вложиться максимально сейчас. Мы не должны иметь в уме какого-то там плана Б и говорить, ну ладно, если не получится сейчас, не страшно, 2024 впереди. Потому что каждый следующий год, они каждый год воруют, блин, там по 15 триллионов рублей, понимаешь? Ну то есть мы реально находимся в ситуации, когда вот мы там плывем в лодке в штормовое море, там с абсолютно безумным рулевым. И он говорит, не раскачивай лодку. Но мы-то понимаем, что, чувак, мы отплываем от берега все дальше, и чем позже мы ее раскачаем и перевернем, тем сложнее будет доплыть до берега тем, кто, значит, доплывет. Поэтому тут все достаточно просто. Нам важно, чем раньше транзит случится, он случится неизбежно, но чем раньше он случится, тем он будет более мягким. Поэтому мы, безусловно, в каждую нашу политическую кампанию, в каждую борьбу вкладываем силы так, как будто это последний раз. Хотя это не отменяет того, что никакой раз не последний. Леонид, добрый день. А скажите, вот ваш план действий, если Навального не допустят? И как вообще идет дело в ЕСПЧ? Вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, у нас нет плана действий на случай, если Навального не допустят до выборов. Потому что если ты идешь на войну, думая, как ты будешь отступать, ты будешь отступать. У нас есть только план действий на случай, если его допустят до выборов. И так и должно быть. Мы делаем все для того, чтобы допустили. Решение о допуске будет приниматься политическими администраторами в декабре и не раньше. И хотя сейчас они нам всю дорогу говорят, судимый, 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 не может, не может, не может, не допустим, не допустим, не допустим. Конечно, они так будут говорить. Но решаться этот вопрос будет только в декабре и не раньше, и не позже. И наша задача сделать так, чтобы к декабрю политические издержки от недопуска Навального на выборы были больше, чем политические издержки от его допуска. Ну, чтобы вся страна сказала, если вы его не допустили, значит, это не выборы, царь не настоящий, никакой легитимности нет, ничего вообще нет и так далее. То, что мы делали в 2013 году, потому что в 2013 году на выборах мэра Москвы тоже никто не собирался его допускать, но мы вели кампанию и заставили их, Алексея, допустить на выборы. То же самое мы хотим сделать в этом году. Что касается чисто юридического аспекта, сейчас ничего не препятствует его участию в выборах, у него сейчас нет судимости по тяжкой статье. Кировский суд областной вернул дело в районный суд, приговор в законную силу не вступил, и сейчас все у нас вообще хорошо. Ну, это там, это войдет в нашу там методичку по часто задаваемым вопросам и ответам на них, но на эти вопросы отвечать легко и приятно, ну то есть просто правду говорить. Ну то есть вот Навальный, вот он весь под микроскопом, там сколько лет, вот он живет в этой самой там знаменитой уже панельной многоэтажке в Марьино, вот его дети ходят в обычную школу, а вот Медведев и его миллиарды, а вот Сечин и его миллиарды, а вот яхты, вот дворцы, вот виллы на Лазурном берегу, вот кондоминиумы в Майами, так кто, блин, иностранный агент, ну и так далее. Ну то есть, как бы, понятно, что это такое часто встречающееся возражение, но с ним можно работать, ну, как и с любым возражением, единственным возможным образом говорить правду и переубеждать. Это не так сложно, как кажется. У меня чисто практический вопрос по поводу митингов. Я уверен, что митинги еще будут, и как действовать, если власть начнет применять силу? Вот как это было 26 марта в Москве, как это было с Жанной Я небольшой специалист по митингам, и у меня нет какого-то универсального ответа. Но опять же, вопрос численности. 100 человек легко разогнать, 1000 трудно.
Вот там, во всех автозаках Москвы суммарно 1200 мест. Вот они там столько людей задержали в Москве. Больше они не могли бы задержать по всему желании. А во всех этих спецприемниках Москвы 150 мест. И они больше не могли бы там арестовать по всему желанию. Им пришлось даже на Петровке 38 расконсервировать этаж, значит, из которого их запасной спецприемник. Вот. Но поэтому, чем нас больше, тем меньше индивидуальные риски, тем меньше вероятность того, что с вами что-то нехорошее случится. Потому что еще раз, 100 человек легко всех задержать, 1000 человек легко разогнать, 10 тысяч человек ты уже фиг разгонишь, и как бы индивидуальные риски для каждого очень малы. Там, пойдет ли российская власть там на какую-то дальнейшую эскалацию, там, начнет ли она при следующих митингах там, стрелять? Мне почему-то кажется, что у этих людей все еще есть рациональность и инстинкт самосохранения. Они прекрасно знают, что когда ты начинаешь стрелять в людей, то все заканчивается очень быстро. Румыния, Украина, много других примеров. Они очень рациональны. То есть Путин, он же, ну, как бы, не дурак. Он человек, который... У него есть очень четкая материальная мотивация. Ему там нравится быть там одним из самых богатых людей в мире. Нравится наслаждаться жизнью. И он реально пытается делать все, чтобы эту ситуацию как можно дольше законсервировать. Поэтому вечно их лавирование. Шаг вперед, два назад. Здесь поджали, здесь отпустили. И они надеются, что вот так они смогут продолжать свою работу как можно дольше. Там этих посадили, этих выпустили. Это запретили, это разрешили. Как бы. Ну вот как-то вот так вот. У них же до сих пор это получалось. Но они надеются, что это будет там еще 17 лет получаться. Мое мнение. Могу ошибаться? Да. Навальный знает, что его старую красавчицу убить. У него есть охрана? Первое. Нет смысла соревноваться с государством в ресурсах. Ну, то есть у государства бесконечный ресурс. Да, то есть там у людей есть там миллиарды и триллионы долларов. Если ты, ну, то есть как бы пытаться соревноваться в ресурсах, то есть, окей, нанять там 100 охранников, которые будут ходить свиньей и живым щитом, мы потратим на это весь бюджет и все деньги, которые собрали, мы не сможем встречаться с людьми и разговаривать с людьми, а при этом, если они захотят на эту всю штуку сбросить бомбу, они все равно сбросят, правильно? То есть нет возможности у государства выиграть ресурсное противостояние. И они пытаются в это вовлечь, в ресурсное противостояние, безусловно. То есть вот это одна из целей, зачем они там кидаются яйцами, зеленкой или чернилами, чтобы мы там увеличивали охрану, чтобы мы там загораживали все людей, чтобы мы ограничивали наши поездки и встречи и так далее. Это путь в никуда. Тут тоже как бы исходим из принципа «делай, что должно быть, что будет». Понимаем ли мы все риски? Ну, конечно, понимаем. Защита от этих рисков одна. Максимальная публичность, максимальная прозрачность, максимальное вовлечение людей и поддержка людей. Опять же, там, Навального защищает не то, что у него там один охранник или три охранника. Навального защищает там понимание того, что если, не дай бог, с ним что-то случится, то на улицу выйдет миллион человек. Это гораздо более лучшая защита. Лучше не существует. Здравствуйте. Ну, вот здесь уже упоминалось о том, что вот, как есть легенда, то что агент Навальный агент Кремля. Но также вот есть легенда... Вы определитесь, простите. Есть также вот легенда, то что Навальный именно агент Кремля. Вот как вы к нему относитесь и как вы можете... Как человек, который лично знает Алексея 7 лет и плотно работает с ним 5 лет, я хочу сказать, что это не так. Тарковский же, он поддерживает Навального. Он отсидел 10 лет там или сколько, и у него отжали компании. Зачем он будет поддерживать агента Кремля, как бы, да? Ну, нет. Еще раз, нельзя рациональными аргументами доказать, что ты не верблюд. То есть, поэтому, как бы, серьезно отвечать на вопрос, почему ты не верблюд, нельзя. Ну, вот, смотри, горба нет. А есть бюстгорд, блин. Еще такой вопрос. Я не так давно, но после митинга, то, что в Твиттере, увидел пост, то, что условный срок Навального из-за административного ареста может... Может быть все что угодно. Они могут завтра возбудить 5 уголовных дел или 10, пересмотреть решение по ранним делам, заменить условный реальный поифрошей и так далее, и так далее, и так далее. Опять же, это все делается для того, чтобы создавать нервозность, чтобы мы отказались от каких-то планов, там,
не делали что-то, что считаем правильным, лишний раз думали там сидеть дома или выходить на улицу, лишний раз думали ехать в регион или не ехать. Ну, там, меня там, в Кемерово прилетело яйцо, там, испортило, у меня хороший плащ и так далее. Мне неприятно, неприятно. Я понимаю, что это сделается для того, чтобы я там второй раз в Кемерово не приехал. Но мне тогда начинает хотеться в Кемерово еще больше приехать. А Алексей от каждого нового уголовного дела еще больше хочется победить на выборах, вот и все. То есть это только так работает, это только так может работать. Друзья, спасибо вам большое. У нас еще впереди пресс-конференция, и потом нам надо начать в Ростов и еще пить горячий чай.